Всем привет! С вами канал GameDub. Продолжаю проходить игрушку Гром. Так, здесь какие-то демоны должны быть, но пока я их не вижу. Так, пошли сначала до Петра сходим, поговорим с ним. Слушай, тут какие-то здоровые ящерицы лезут, ползут отсюда, а в реку не идут. Ящерицы? Они, наверное, голодные. Они ползут, бежим! Ого, ящерицы. А чё их так много? Вы что, издеваетесь? Как мне их перебить? Если их так много. Они какие-то слабые. Так, пойди я тебя... Или у кого-то патроны кончились или нет. Так они слабые, эти ящерки, тут боятся нечего. Ага, слабые. Они бьют больно. Так, подожди. Ты чё? Ага, понятно. Ты чё? Ты с этим, ты чё? С этим. Слабые, слабые, но... Бьются больно. Так, сам себя пострелял только что. Так, перебил, да? Еще ползут. Господи, что там? Что их так много? Блин, а блин, а блин, а блин. Так, походу у тебя патроны кончились. И у меня патроны во всех кончаются. А-а-а! И ее патронов нет, вот блин. Пашку зарубали. Они кончаются или нет? Так, нужно сюда зайти. Бегом, бегом, заходи. Так, те ящерицы, наверное, не кончаются. Так, запись. Да, запись. Так. Чё здесь? А здесь ничего нету. Здесь пусто, ребята. Так. У тебя винтовка. У тебя. У тебя. Мушкет. У тебя автомат. У тебя. Наверное, сейчас похилимся с помощью чего? С помощью консерв. Ой. Консерв много пригодится. Все равно похаваем их. А то девать-то их все равно некуда. Так.
тебя аптечка маленькая была. Так, кажись, похилились. Тун-тун-тун, тудун-тун-тун, тудун-тун-тун. Мушкет. Ты с мушкетом. Ладно, выходим и пошлите там. Есть еще... Есть второй домик. Бежи, бежи, бежи. Сюда забегайте все. Так, здесь что? Статуи какие-то. И все. Здесь больше нифига нету. Облом какой-то. Ты чё, дура, стоишь? Ой, блин. Тупая баба. Чё ты в рукопашку бегаешь? Тебе же автомат есть. А чё я их не могу взять? Ты куда полезла? Ох, я баб их не перевариваю. У тебя чё? Все пусто, да? Так, тихо. Ты с винтовкой. Да. Ты с дробовиком. Ты с автоматом. Ты с мушкетом. Так. Хиль этого чувака. Этого. И опять с кулаком стоит. Чё ты сама не можешь себе в руки автомат взять? Ого. А чё на тебе большие статуи? Ну, выйти, выйти, чуваки, выйти дайте! Ох, вы дур... Короче, не имеет смысла убивать. Они перебегают, да их все больше и больше. Здесь, короче, я выкупал. Есть эти. Как его использовать? А, вот. Ого, надо 6 штук принести. Это если по одному бегать, так это невыгодно. У тебя... Сбрасываем, сбрасываем, сбрасываем. Ты одну тащишь. И ты одну тащишь. По 3. Выходим. Бежим. Бежим, 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 бежим. Вот так будем бегать, походу. Туда-сюда, туда-сюда. Так, ты одну берешь. Потом. Ты одну берешь. Давай активней. Ты медленный. И ты одну берешь. Да, 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 да. Выходим.
Побежали, побежали. Эй, не бейте меня, вы чё, кусаетесь? Так. Бегом, бегом сюда. Ставь. Ты. Сюда, сюда, бегом, бегом, бегом. Ставь. И ты давай сюда, бежи, 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 бежи. Бегом, бегом. Ставь. Не кусайтесь. Ну, давай, забегай. О, отлично. Так. Ага, вот одна. И... А где еще одна? Я не вижу. Автоматы только я вижу. Ага, вот. Спряталась. Ну, собирай это все. Так. Выбегаем. И бежим опять сюда. Бежим. Эх, кусается. Кусается. А, бежи, бежи. Забегай. Так, одна у тебя. И одна у тебя. Ставь. И сейчас какой-нибудь супер демон вылезет. Или что-то... Шоцы. Ценности. Я бабло нашел. А-а-а. Я, кажется, понял. Все это золото нужно отнести и выбросить в реку. Учитывая, что там эти демоны тусуются, это будет не очень легко. Сейчас все ж передохнут. Ну что за зараза такая? Держи, не стой ты! Дебилы. Бежи! Как его выбрасывать? Они бегают за мной. И мечей дима, блин. Все побежали, не по одному. Ах ты... А, это тяжело. Ах ты с дерьмище! Кажись, я понял, нужно зайти в воду. Они боятся воды. Ну, заходи, что ты... Ну... Не, нихера не бояться! Кого? Кто там говорил, что они воды боятся? Как-то незаметно, что они воды боятся. Кидаем камень. Встань, ты ж сдохнешь сейчас. Так, у тебя это, у тебя дробовик, у тебя
Автомат у тебя, мушкет. Один пришел только. Так. По идее, 6 ходок нужно сделать по... А не, все, да? Я забитый. Потом, короче, вернусь я и заберу все эти свои оружия. Бежите! Так. Ну, сбрасывай. Заходи, сбрасывай. А где еще? А. Какое же вот неудобное, блин, управление. Что, все? Не, не все. Они убежали. Какой-то алмаз дали нам. Черт, я думал, я покончил с этим. Нам повезло меньше. Какого черта ты тут делаешь? Ты должен быть на китайской дороге. Я немного свернул с пути, мне подвернулась выгодная дельца. Ты знаешь, что у лейтенанта Чанга осталась вдова? Она безумно богата, тонны сокровищ. Во что ты влип? Говорил я. Не якшайся с коммунистами. Им верить нельзя. Полегче, парень. Она же не коммунист. Ее муж насобирал кучу ценностей, и вдова хочет во что-нибудь их вложить. Я договорился с англичанами о закупке оружия. Загребу уйму денег. После первого груза вдова тебя убьет. Ей незачем платить посреднику. За твои проценты она купит еще рюкзак гранат, ты их между собой свяжешь и моргнуть не успеешь, как окажешься на 6 футов под землей. Тебе все видится в мрачном свете. Это не так, ты понятия не имеешь. Что чувствует ко мне эта вдова? Только не говори, что я тебя не предупреждал. Ну, точь в точь, моя матушка, да благословит Господь ее душу. Хорошо, что здесь ее нет. Я иду в Упши. Ты со мной? Да, мне надо нанять волшебника. Кто еще со мной? Я тут подожду. Здесь много всего интересного. Надо бы разобраться. Я подожду тебя у гробницы. У меня нет никаких дел в Упши. Моему боссу там ничего не надо. Я остаюсь. И должен же кто-нибудь зачищать Ганса. А я иду с тобой, Гром. Может, я встречу в пути любимую. Мы вернемся через несколько дней. Ждите нас. Надеюсь, клюв вас не тронут. Но постарайтесь их зря не злить. Так, походу мы идем в город. Так, камень возьмем. Я хочу забрать тут оружие, я же оставил кучу-кучу пушек оставил. Нужно все забрать. Так. А ну все отошли в сторону. Так, у тебя что там? У тебя где-то автомат был. Вот автомат. Меч. Вот это. Гранаты продадим. Это тебе. И автомат тебе. Иди сюда. Один. А, вот стоит. Это сразу его не заметил. Что здесь? Вот это. Меч. Винтовка. Винтовка. У тебя чего? Так, 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 иди сюда. Отдавай мне бабло все. Давай, бегом, бабло все мне. У тебя пистолет, меч, аптечка,
Мушкет. У тебя... О, у тебя все пустое. Остачу тебе, ложим. Вот это. И меч. Так, да? Все, по идее, выходим. Выходим, выходим. Переходим в реку. Аллилуйя, теперь мы можем ее пройти. Итак, выходим. Идем. Упший. Поход. 4,5 дня идти. Сейчас по-любому кто-то нападет. Бэ, зараза. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это издевательство. Як. Ты с винтовкой. Ты с мушкетом. Ты с дробовиком. Так, винтовка. Давай, может, пистолет тебе пострелять из пестика хоть. Один готов. Камешек дал жизни. Спасибо. F2. Так. Режьте собаку! Режьте собаку! Ножик упал. Продадим. Так. На коленки. Пистолетик бери. На винтовку давай. На винтовочку. Так, двоих уложил. Так, куда его дальше идти? Фиг его знает. Так, сели. Вот так вот. Опять на винтовку, отлично. Три копеечки дали. Тихо. Сколько я уже перебил? Винтовка упала, нафиг эта винтовка. Хотя давай винтовку, будет на продажу. Да блин. На винтовка. Ножик. Ну поднимай ты ножик. Ножик поднимайте, говорю! Только дурное управление. Так, все с кинжалами. Присели. Опа-на!
Опа-на, моего Грона убили. Сколько еще здесь убивать? Двоих еще вижу. Еще двоих вижу. На винтовку. На винтовку. Короче, все с винтовками. На мушкет. Это тебе надо, да? Ну, вставай. Вставай, родной. Тебе аптечки нет, да? На тебе аптечку. Применить. Применить. Так. Все с винтовками. Да чё так, блин, неудобно, срака ты долбаная! Какой нафиг мушкет? Ну что ты за херню тут творишь, блин? Жопа! Управление жопа полная. Все, можно выйти? Можно, наконец-то можно выйти. F2. Идем, нам еще идти. 2,5 дня. Еще. Нет, дальше идем. Не напали, ура! Чё здесь делать в этом упше, блин? Все, что вы по одному бегаете, бестолочи? Нужно какого-то мага найти, да? Где это вам? Тут как... вот маг. Волшебник. Привет. Разреши тебя побеспокоить. Да, в чем дело? Я ищу волшебника. Сами боги тебя направили сюда. Я чародей. Да ты пидор какой-то в розовой рубашке. Но я ищу могучего чародея. Мои услуги стоят дорого. Сколько? Смотря что нужно сделать. Я хочу попасть в скрытую цитадель Кьяпы Лагинса, и мне нужен проводник. Кьяпа Лагинс? Что, слишком трудно? Не смеши меня. Но ты должен запомнить, за опасную миссию надо хорошо платить. Я помогу за 500 золотых. Да, недешево. Половину сейчас, половину по завершению. Нет уж. Как хошь. Погоди, я согласен. Но тогда цена вырастает до 600 золотых. 300 сейчас и 300 потом. Ну, договорились. Ладно, вот деньги. Только уж не подведи меня. Рад, что нам удалось договориться. Жди меня здесь. Я принесу все, что нужно. Я скоро вернусь, и мы отправимся. Так, это я повыбрасывал, сейчас это все буду продавать. Так, где вот торгаши?
Продать хочу. Так дешево. Я думал, сейчас бабла кучу заработаю. Какие-то копейки только. Продать ножи, гранату, мушкет. Взять деньги. Так, теперь нужно купить. Здесь ничего полезного нету. Купить. Здесь ничего полезного нету. Купить. Вот только на винтовку платить. Какие-то непутевые торгаши, ничего полезного не продают. Купить. Наверное, аптечки. Почем они? 300. Ладно, давайте платить. Мне нужно много-много патронов всяких. Во! Платить. Так, купить на мушкет. Давайте на мушкет. Да хотя бы буду мушкетом пуляться. Платить. Итак, последний барыга. Купить только одна аптечка. Платить. Все. Так, что дальше? Он сюда убежал куда-то. И еще один волшебник. Привет. Волшебники все мычат? Это вообще какой-то алкаш убитый. Заплывшие глаза. Я тебя отрываю от важных дел? Да. В чем дело? Я ищу волшебника. Ну ты его нашел. Ты выполнишь работу за плату. В тебе чувствуется немалая сила. И с тобой священный предмет великой ценности. Лишь волшебник может объяснить тебе, что это. Благодарю, но я пришел не за этим. Слушай, что я могу для тебя сделать? Я ищу проводника, который приведет меня в закрытую цитадель Кьяпии Ларинса. Это непростая и небезопасная задача. Может, я исправлюсь, но риск великий. Я согласен, но при одном условии. Если тебе не очень нужен священный камень, что ты носишь, отдай мне его в качестве платы. Ты сказал, что это предмет великой ценности. Я говорил не о деньгах. Эта вещь раньше принадлежала демонам. Я чувствую силу. Ладно, мне очень нужен чародей. Нажимаем. Хорошо. Если ты мне поможешь, я отдам тебе камень. Хотя он и прекрасен. Добродетельно поступаться прекрасными вещами во имя высших целей. Пойдем же. Ну что ж, Гром, я займусь твоей торговлей. Думаю, пора себе заканчивать. Иди ты. Я хоть слово сказал, когда ты влез в эту потасовку с немцами? Нет, ты был очень занят. Прятался. Если тебе что-то от меня нужно, бери сейчас. Я скоро ухожу и забираю Яка. Хорошо, погоди. Типа, Петя меня покидает? Петя, так же нельзя. Петя, давай все мне. Все мне давай, Петя. Петя. Петя, Петя, Петя. Петя. Продать. Петя все продаст. Потому что Петя уходит. Взять бабки.
Так. Так. Бабло отдавай мне. Что пиликает? Ну я все взял. То, что хотел в Пете взять. Так получается, что мне? Один волшебник меня обманул. Бабки взял и убежал. И я плачу сейчас за второго волшебника. Да. Без кидалова здесь не бывает. Ну что, уходим, получается? Так, короче, хватит. Продолжение в следующем видео. Пиу!